Всем привет! Это «Траектория Health». Меня зовут Маргарита. Я специалист по реабилитации студии «Точка движения». И сегодня мы поговорим о правилах растяжки. Неважно, хотите сесть на шпагат или растягиваетесь перед основной тренировкой, вы должны понимать, что долгая статичная растяжка будет больше воздействовать на ваш связочный аппарат и в дальнейшем может привести к травматизации ваших суставов. А также долгая статичная растяжка может выключить мышцы, то есть их ослабить. Поэтому первым правилом, которого вы должны придерживаться, делать миофасциальный релиз. Его вы можете сделать с помощью перкуссора, ролла, либо мяча. А потом вторым этапом у нас следует мобилизация суставов. Мобилизация суставов нужна для того, чтобы сделать их более подвижными, увеличить объем движения в тех структурах, которые вам необходимы. Но мышцы-стабилизаторы, которые находятся вокруг, будут при этом активны. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ждите новые ролики и растягивайтесь правильно.